Продолжим наше обсуждение. Ой, сейчас я. Екатерина Пухова. Ну, хороший передник. Немножко вот в примитивизме исполнено вот это, чуть получше вот эта часть. В общем-то, эта часть хорошая. И очень пустое пятно в центре картины. Несмотря на попытку птичек, которые выстроились в некую слишком линию, слишком пустое пятно для центра композиции. Учтите и автор, и все другие, что слишком пустое пятно. А у этих мест не хватает вертикали отражения. Слишком ватное пятно, ватное, круглое какое-то. А здесь бы вертикаль отражений, перебитая горизонталью плоскости воды, и было бы хорошо. Ну а здесь бы, ну хоть, ну может быть, горы, а может быть, бледные, но деревья. Ну нет центра композиции. Композиционный провал. Хотя письмо симпатичное, само письмо. Так, Натали. Не придерешься. Хорошо, стильно, убедительно. Хорошо. Ну, может, не вполне убедительно, все-таки чем-то это должно было закончиться. Может быть, здесь еще чуть-чуть продолжить эту линию, чуть-чуть, и все, и было бы нормально. Но здесь культя. Даже здесь вот угадываются ножки, ну, хотя слишком в мешок собрано. Вот. А вот это что? Деревья? Неубедительно. Странное место. Красиво.